Если хорошо, насчет припарковки машин. Я считаю, красивый город, конечно, лучше. Во всяком случае, Москва стала чище, дома стали светлее. И я считаю, ну, о парковке, мне кажется, одно. Систему оплаты за парковку должна быть более четко налажена, потому что многие тычутся, не знают, куда платить, где эти банкоматы. Я лично сам вот несколько раз оставлял машину, и непонятно, сколько платить, как платить, где там вот 2 часа или 2.15, как платить. Это просто очень неудобно, с одной стороны. Ну, просто надо, вот хотели ввести тройку для оплат для разных, карточку кредитную, это удобно было. Просто пришел, засунул, набрал свое время и все. Систему надо как-то упорядочить. Я понимаю, что это трудно все, но вот теперешняя Москва с гуляльными зонами, я считаю, что это хорошо.